Движение транспорта по Заозерному проезду временно ограничат. Там проверят качество дороги. Проезд закроют с 15 апреля. На дороге установят знаки «Движение запрещено». Ограничительные мероприятия осуществляются в целях безопасности дорожного движения в связи с выявлением дефектов и повреждений покрытия. Также с 14 апреля по 30 мая запрещено движение по автозимнику в село Ненокса от автодороги Северодвинск-Онега. Это ограничение вводится для сохранения автозимника, а также для продолжения строительных работ.